Четвертый сезон Хонтур представляет «Аватары Парагон». Собери полную коллекцию аватаров и получи эксклюзивные бонусы. Покупай «Аватары Парагон» и увеличивай призовой фонд турнира. Угадывай результаты матчей и выигрывай ценные призы. Делай ставки на тур Хонгарена.ру. И всем снова здравствуйте. Мы продолжаем смотреть вторую игру сегодняшней встречи команды Кэтс против команды АТА. В первой игре у нас содержала победу команда Кэтс. И в процентическом голосовании, еще раз озвучим, это на команду Кэтс 72%, а на команду АТА всего лишь 14%. Первая игра, в принципе, так и показала. Со мной на эту игру в Сакасте будет Даня Тенди. Да, привет. И по банчикам можно пройтись. По первым банам команда Кэт забанила Трэмбла и Медаса, команда же АТА, Магмуса и Ревенанта. И уже по три героя взяты для каждой команды. Для команды Кэт это Wild Soul, Алуна и Геомансер. А для команды АТА это Кутулофон, Тладстон и Вуду Джестер. Такие, в принципе, для АТА ожидаемые, можно сказать, герои. Ну да, тоже у них часто встречается слон. Чуть ли не сигнатурнейший. Также вот Стоун, насколько я знаю, они его драфтят только в случае, если нужна какая-то контра. Вот в данном случае это будет Вальцовлю, что его пробивать-то будет сложно. Ну да, тут взорвал и медведя его. Ну да. А со стороны котов, можно сказать, такой вызов медведя. Сейчас покажем, как надо это делать. Вторые банчики у нас быстро прошли. Уже, я не знаю, 10-я игра, наверное, подряд Луна. Да, Луна у нас сразу пикается. По банчикам у нас по второй стадии Кэтсы забанили Чипера, Маракса и Бомбардира, а также им ответили Пэблсом, Риптайдом и Призонером. И четвертым пиком для команды Кэтс сейчас заехал Бегемот. То есть немножко пассивно будут играть. То есть Бегемот... Бегемот... Что это такое? В смысле, что это такое? На кого это Бегемот? Тут, мне кажется, дело... Ну... Все в том, какой у них вообще лайнап будет изначально. Просто мне кажется, может, это и Мишка Кэрищий. Не, тоже... я нет, 100% ставлю на то, что Шеди не будет на Вайлдсоуле. Ну, тоже я, наверное, придерживаюсь, скорее всего, этого. Скорее всего, ласт пик будет Кэрим. Наверное... Ну, то, что Барян, скорее всего, будет на Вайлдсоуле. Я думаю, не исключено это. Шила на Бегемоте. А, вот, это медовый просто Геомансер. И все, в принципе, понятно. То, что Артур... Ой, то, что Гена на Луне, это 100%. Силуэт. И силуэт. Пятым пиком для команды Кэтс, а четвертым для АТА заходил Гаунтлет. Это Гаунтлет. Дабл мид они, может... Кэрри, а, да. Им кэрри остается еще. Нужен кэрри хороший. Да. Прям такой лейтовый. Либо же сноуболищий просто. Например, тот же Уги. Дарк Леди хорошо смотрится. Так же, как и Сандрейс, может, опять тот же. Ну что такое, чтобы могло фоловить драки? Да. Потенциал такого драфта. Где, возможно, даже, может, Мейдж Пен. Тоже сильный керри довольно. Да? Чего нет? Ну, Дарк Леди, да, в принципе, сильный керри. Хороший выбор, я думаю. Там, потому что будет, скорее всего, Бегемот хардовый. То есть, Кэтсы очень взяли очень прям жадно. То есть, Бегемот, Силуэт и Wild Soul. То есть, такие герои, которые вначале должны пофармить. Ну, хотя бы первые 5 минут. Как? У них есть-то чем разбавить? Не, есть, да. Пару нюков. Ну, в принципе, да, потенциал, скорее всего. Больше для мидгейма такого, когда уже итемы появляются. Да-да. С итемами они уже очень сильные. Потрясающие. Ну, посмотрим, как сейчас что. Ну, у Кэтсов, скорее всего, все по стандарту пойдет, а вот у команды АТА. В принципе, Лодстон харда. На топе ДЛК вместе с Воду. Слон, наверное, в обратке лес, скорее всего. Ну, скорее всего, с ботинком сейчас купят. Ему вот запулили, кстати, уже красненькую. Ну да, я думаю, просто так бы мы это не пулили. Да, ботинок и еще красную себе взял. Хотя деревья, наверное, лучше, если он хил хочет. Наверное. Попасть по кнопке не может, уже дважды красный. А, две манки в итоге купил. Ботинок. Продал ботинок. Топор. А, и жена топор свой лес. Своего леса. Да. Возьмет ботинок с его, наверное. Тут потом пойдет. Ну, в принципе, Валсоу, наверное, выиграет за счет медведя. Если слон бы пошел в лес. Ну, опять-таки, клэпает с пятого левела.
Да. Не, ну типа просто автоатака, наверное. Медведь плюс герой. Больше. Тоже да. Все-таки два против одного. В принципе, у Кэтса силуэт на фрифарме будет. А Луна, я думаю, должна будет справляться с Лостоном. Геомансер на миде против Гантеля. Такое. Я даже не скажу, кто выиграет, кто должен. Ты как считаешь? Ну, вообще, мне кажется, если вот... Как-то Гео, мне кажется, должен получше стоять. По Гео, мне кажется, он может более агрессивно стоять, но в то же дело, если он отдает стан, он остается фрагом. Мне кажется, больше я бы тут на Гаунтлет, наверное, поставил. Угу. За счет дэмэджа. Типа, если пойти просто раз на раз размениваться, Гаунтлет сможет его, так сказать, поджать. Ну, наверное, да. Там пассивочка все же еще будет какая-то. Ну да, то есть единственное, что он не сможет, так это нюк, наверное, откинуть третий. Ну и геомансер, в принципе, наверное, вряд ли сможет убить, только если геомансер сам не ошибется. Меня вот только не нравится то, что щиток не взял гаунтлет, конечно, глупо. Зилыч? Да. Опытом возьмет. Зилыч, да, у него по старой школе. Ничего не стоит. Стаж, да, там. Тот же вот бомбардир, сперва гримор, потом хекс. На боте же вот стон, так-то очень сильно прогрели. Сейчас красный ему надо будет отпивать. А лунка палкой хочет сбить. Ну как я так его прогрели? Силька что могла? Промазала палкой еще лунка. Да, там силка прям забегала за крипов, когда лост он тоже забегал. Ну и в итоге так. Автоатаками очень сильно нагрели палкой. На топе на бегемота, возможно, буду сейчас прогрессировать. Бегемот как-то отбрасывается просто фиссурой. Чем бы он еще хотел похарасить? Ну типа закрыт, что делать? Кстати, если бы он закрыл бы к приходящей пачке, было бы неплохо. Ну я думаю, Вуду там бы, надеюсь, не подставился в тот момент. Ну в принципе, да, так хорошо было бы. Ну, может быть, убить, конечно, не знаю. Я как-то процентов 70, что он мог бы убить, на самом деле. Все, баталии на боте Ластона и Алуны продолжаются. Вот как я и думал, от Ганты, то есть он уже пол хп в миде, здесь красную. А Гео, наверное, ну, скорее всего, только лишь один раз выдал третий нюк. Да, он пока что вроде один только выдавал. По-моему. Да, щиток на милишничке, это мастер. На боте борьба за руну. Да, на топе такая же, реген отжимает слон. И лотстон на боте забирает Алуны. Был бы сейчас второй лотстона, то он бы, скорее всего, Алунку сейчас убил бы. Хук от гаунтлета по геомансеру на миде. И спасибочка его убьет потихоньку. Ну да, вот это, что Гео не сможет развернуться, там и разворот долгий будет. И тычется ей как бы помедленнее, послабее. А за такое я бы мог даже за гаунтлета наказать. Сейчас бы 2 минуты игры в сетку смотреть на стриме. Это было брать. Да, я что-то свернулся в ОБС, смотрю. Да, особо ничего не происходило. В принципе, очевидные вещи для начала. Ну, 0-0 ФБ не было, поэтому, надеюсь, все просто поймут. То есть, вкратце, если сказать, там, чуть-чуть похарасили беги, чуть-чуть вот словно на меди, там, разменялись сами. И тебя еще вписали. Вообще отлично. Главное. Бегемот встречается вместе с Лостоном и слоном. Есть сразу стан, но как-то, по-моему, сейчас команда Хоборна здесь потерпит поражение. Есть стан по Лостону. Забирают Лостона, это ФБ, продолжение по бегемоту. Размен. Забирают его, размен, да, не отлично. Позже, ты пропусти. Подходит здесь Алунка, но стана у нее нету. Скорее всего, Ой, отличный Гео. Дабл стан. Проезжает слон по всем дальше. И гантелю, скорее всего, должны забрать. Господи, как же мы прием. Есть палка от Алуны. Ни одного мисса, кстати, не было в хайграунд. Да. Да и опять-таки, говорю, нету щитка. Да, и щитка тоже парочку нет. Парочку ранжовых тычек, там, тычки 3 от Алуны и столько же от ВС в ранжевой форме. 3 в одного разменчика, как раз успели мы без сеточки, ребят. Все зашло как надо. Бегемот на топе отжимает рефрешку у слона. А на боте Лостон забрал хосту. Ну, в принципе, ДЛ-ка пока
самое главное, стоит на фрифарме. Думаю, early game она посильнее, да и в лейте она посильнее. То есть ее потенциал, если сравнивать с силькой, собственно, это небо и земля, одна не очень хороша в драках, кстати, кстати, я не понял, как бегемот так оказался здесь. Или же, не знаю, граф... Его гаунтлет подхукал с ХГ. А кто он так подставился? Ну вот, да, подставился. Потому что хук, в принципе, граппл, не длинный. Да? Не, ну граппл на раз, я не знаю. 800 ранжей. Это все же Зилыч, наверное, там опытом взял. Даже здесь такое. Сейчас пошло первое сообщение, убери заставку с экрана, не видно ничего. Да. Не видно, как по линиям расходит. Так, 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 следующее сообщение. Казатема, сетка. А я такой беру и ставлю ДНД от всех. Пни Никиту, он сетку убрал. На боте у нас силка забрала Лотстона, который немножко зажал первый скилл. Да, я видел, но тут Лотстона вообще игра не идет. Он просто даже продохнуть ему не дает. Второй левел. Немножечко провально. На миди геомонстр влетает в никого, сразу фиссура от бегемота. О, геомонстр опять же ульту. А, что там, как профессионал видите? Ставит и под так-то... Ну, короче, геомонстр точно отъезжает под курсой. Найс баг, оправдание сейчас надо. Да. Стана слона, ник бы никуда попытался он через крипов ланг. Это как DC, да, там сразу да, написать? Да, да, это баг. Ну если бы DC, мне кажется, тут бы Зилич плюс. О, Тёма, Азирка. Да, да, братан, я тебя понимаю. Понимаю. Каждый раз с такой херней сталкиваюсь. Ну, он за прошлую игру раза 3 DC вообще написал. Ну, может, действительно лагает. Просто... Есть, я, да, есть возможность. Если бы так лагал, я бы, наверное, что-то пробовал бы нерфить. А Лунка только что застопилась с Лостоном на топе, должна была обратить, по идее. А, Лостон сейчас, возможно... Кстати, могут. Да, фиссуру отдал, и это фраг на бегемоте. Смотри, а что это за китайские обходы? Почему она снизу, да, не пошла? Да-да-да. Но все равно должны убивать. Прям, смотри, 129 с руки. На миде тем временем гаунтлет дал хук в геомансера. Геомансер непонятно зачем сразу выкопался и сразу будет умирать. Лютенько жмут. На топе тавер кому достался-то? Ну тоже. Топе, да, забрали тавер. Это сустейнер. Почти. Леди добила. Ну и плюс, надо это, считай, пробустила Лотстоуна. Подассистил. Кстати, какое-то начало вообще не задалось. Бегемота. Я вот смотрел вот стримы Шула, мне кажется, он чуть ли не роль мейн-тащера выполнял во всех играх. Там что Магнум, что Ревенант первый я не видел. Что-то не задалось. Лёшка переиграл. Силька. На боте силка прогрессировала и слон подъехал, должны забрать, да. Есть удары еще от Таура, остается флаг. Буквально у нее 80 нажимай хп. Же флаг. Он МС дает, братан. На доверие нажал. Отличный стан от слона, рандомные забрали. А на топе тем временем на руне подцепили будут Джестера троем и будут его забирать. Бежит здесь Дарк Леди встретить, и кстати встретит она бегемота. Вот, наверное, будет отъезжать бегемот. Полявочка. Да, хорошо подъехал. Подкатил. Вайлсов тем временем со слоном съехался. Пришлось с станом отъехать. Под всю эту движуху 10 левел, молнии имеются. Хук немножко не попал. DC. Приблокит на гаунтлета. Редко я такие айтемы люблю. По мне челисочка, прям кор. Просто там все же разница, наверное, кто что предпочитает. Челиска — это могущественный конвейер вместе с батлой. Ты сказал кому, что на миде есть фиссура по гаунтлету, стан сразу от геомансера, ульта, стан от Алуны.
дальше продолжение от Бегемота, но забрали в конце концов. А здесь Вуду на мужика вышел. Ну да. Кстати, Алунка может и умрет. Еще один тик, нет. Там еще два тика, нет? Нет, один нашел. А, да. Ну, 30 хп близко. Надо видеть, когда начала ближайший таргет бить. Ну да. Ой, Силустон гонится, и хедсмэш достает. Браво, Вижена. Монета подъехала. Тем временем плюшка куда-то тэпается. А, мид. Да, кстати, на миде сейчас будет фраг на ВСе. Почему Дарк Леди сразу не въехала? Я не знаю. Хотя там бегемот с ульты мог бомбануть. Геомансер подходил. Ну, там такое все равно можно было въехать, наверное. Можно было рискануть, считай. Болцоуль сейчас два фрага имеет, 550 БПМ. Галды 500, если не 600 бы дали. На топе слон подходит. Ну, опять-таки, один вряд ли. Фармить что-то. Просто. Ну да, дайвить, даже если б забрал, не очень выгодно. На миде залетает колба геомансеру, курса, есть хедсмэш. Ну, и на этом геомансер так-то... Стан на развороте, наверное, чуть-чуть зря. Кто тэпается? Ой, третий скилл геомансер навешивает на Вуду Джестера, и Вуду будет умирать. Ну, Вуду сам заигрался, не знаю, зачем потом пошел за ним. На боте силуэтка въезжает по гаунтлету, промахивает три грапла. Гаунтлет дает ульту, не попадает по силуэтку стазисом. Кулак на доверие и убегает. На миде тем временем опять третьим скиллом геомансер забирает на этот раз слона. Это вообще фигня. Стримеры, они вообще на экран смотрят? Ну да. Параллельно должен так смотреть. Ну. Я не стример, ха. Это как... Там... Я не игрок. Тут также я не стример. Может, не все понимают, что трансляция идет 6-минутной задержки, и они будут услышаны не сразу. Опять-таки такое. Кто считает, стрис? Сам увидел, исправил. Раньше, чем кто-то сказал. На боте Лодстона пытаются въехать, наверное. Есть фисурка, станут Алунки, но ничем они его не зацепят. Ульту надо прокатить, наверное, сразу. Да, Коба, Курса и ульта от Вуду Джестера. Я не знаю, чего он растерялся. Хоть бы большой мальчик, должен быть уверенным. А сзади тем временем Стоун прогрессировал в силуэтку, но... Сейчас силуэтка заберет его вместе с пауэрфровом Алуны. Да, что-то не скоординировали ребята действия эти. Пляночки Джея надо было его в стону взрывать. Тем временем Дарк Леди уже кливер вроде как подлетает. Да. Нормально, 500 гпм идет. А у него в дальнейшем его ждут неплохие такие проблемы в виде медведя. Нравится, Вуду фармит, Лукстон смотрит. Он денайт помогает. Ща, брат, я подинаю. Фарми. Ну, кстати, вардами что-то так на... Кстати, в ноль закупился крылись. Только что Лукстон, это что? Это ПТшка. Да, ну я думал... А, на топе Дарк Леди подцепили, есть ульта от Геомансера вместе со станом ульта от Бегемота, и забрали они ее вдвоем. Опять же, это, наверное, проблема Вижена. Или же Дарк Леди надо было дойти в леса. Хотя все леса пусты. Ну такое. На боте тем временем въехали по гаунтлету опять. Что он тут третий раз забывает? Не знаю, чего он так все хочет соло бить силуэтку, если нужно поднимать то, что своим прокатом. Ну только процентов 30 несет. А дальше все бежи сильно. На бот руне Луна забрала дабл дэмэдж, и Лостон ей дал дрельку. Но продолжение никакое не последует. С
смотри, какая подстава. То Оп, есть оп, половить слон нельзя. подходит на боте, промахивается станом, непонятно как. Дальше подходит лустон, 4 секунды есть дрель, но тут же уже силуэт подходит. Понятно как. Лайк. Си. Тура появилась, нет. На топе забрали тем временем Т1 Тауэр, Дарк Леди. Дарк Леди опять въезжают, но она на развороте из Айсайленс залетает в Бегемота. Есть продолжение, это минус Гео, минус Бегемот и дабл килл для Блехи. Ну в миде мне не нравится вообще, что происходит, это просто конвейер. Гаунтлет потерялся вообще в игре. Гаунтлет весь свой потенциал, набранный в миде, потерял. Там был ГПМ что-то почти что в районе 400 на 330. Даггером тут такое, вроде бы есть на него шанс. То есть если бы опять-таки он бы взял этот даггер, парню, пока у Сильки не было линки, было бы вообще намного лучше. Так он пошел, фиданул, себе отсрочил ПК и приблизил нулку. Какой-то паровозик наблюдается от команды АТ, а? Не знаю, какую цель они преследуют. В принципе, из ближайших айтемов тут у ДЛ-ки может намечаться вполне Абисал. С Гаунтлетом, я насколько знаю, можно легко забирать там горов. Может быть, команда воспользуется этим нюансиком. Ну а коты просто давят, забирают вышки. Слишком уж просели, а да, 10 тысяч на 16 минуте преимущество отстают, слишком много. Привет, команда, почему не сказали, что ушли, наверное, сейчас такие мысли у силуэтки. Однако это фраг для Зилыча, то есть Гаунтлета, и это плюс 500 голды, как-никак. А Луна? Ну, хорош. Купил, дайте фраг Гаунтлета. И это даггер. То есть буквально на 15 тысяч было, 1500 уже есть на минуту. Медведь, кстати, под курсой. Нужно сейчас по пулу продамажить его. Эти похороны медведя должны быть. А вот это еще один удар. Давай. Плюшка подключается ко всей этой драке. И... минус 4. Нет, диамантик хочет, походу, разменяться в воду. У него это получается. Как всегда, без загула сложно себе представить. Было бы слишком, наверное, хорошо и неправдоподобно. Кстати, у Гаунтлета 2700, может, у него вообще какие-то другие грандиозные планы, может, это даже не даггер. Fast SH или Некрономикон. Стон за все эти драки почти толком-то все ничего и не вынес, хотя у него, по-моему, даже ни фрага, ни ассиста не прибавилось. 300 монет на кармане, хотя ПТ-шка к нему прилетала еще минут так 3-4 назад, не больше. Ну, у ДЛ-ки тем временем ГПМ только в гору идет, 600 ГПМ, появился Firebrand. И вот уже еще 2000 на руках у нее присутствует. Вот, кстати, идеальный был бы момент вот после всей этой драки им попробовать убить Кангора. Либо сейчас ждать какой-то еще такой очередной файт. Да, в принципе, на боте силуэт кто-то тоже с иллюзией агрессирует. Ну, они там у них в пол игры идет вот эта вот агрессия, непонятно. Да, он лету портал Кей на 18. Можно убить. Есть свап. Сбил линку и сразу воду можно убивать. Да, ребятам надо просто покинуть эту линию, если они хотят еще выиграть эту игру. Это такой фит для силки. То есть сейчас прекрасно все видели, как... Дарк Леди влетает по геомонстеру, который загулял, и сразу его убивают. Так, Делька. Кто не подцепит больше. У слона все еще нету даггера. Вообще, игра не пошла. На турнишем герои команда, да?
ВЛСО, кстати, ПК, и сейчас, возможно, с этим Он, кстати, ПК посмотри, на топе. Заберут на топе, да. Какой-то план, ну, насчет забрать я даже не знаю. А, это Portal K он оставляет после. Ага. Dark Lady просто на мужика на развороте, и сразу гаунтлет 5-секундный получает. Значит, начнется уже поздно было. Ну? Да, неудачка. Этот стан Луны, конечно. Да, постоянно очень сильно решает в замесах, особенно так, как тот залетает и получает в лицо сразу от крипов. Ведь подтолкнул так. Ну, есть хорошие новости для АТА, то есть то, что у них есть лутстоун, благодаря которому они вот в Last Драке просто развалили медведя там, его Вуду, считай, одной ультой себе под курсой продамажил хорошо. Под дебаф. И то, что Дельта. У тебя она и сейчас погибла, не лучше. На миде силуэтка влетает до гаунтлета, есть три граппл, промазывает им. Ну и... Я как смотрю, вечная силька, гаунтлет, гаунтлет, силька. Сейчас бы попало три граппл, мобила бы его под ДД. Я не понял. Есть красная палка у талонки. Но гаунтлет там джукал. Упертость, мол, типа стану гаунтлета залетел, то что... Ген опертый, или к чему? Наверное, да. Все, на боте гаунтлет уже пришел, вард себе поставил. И пошел. Вард на вард. Видели, наверное. Ну да. Смотри, уже засада. Он экспутал просто лечит. Силька, если попадет реграфлом, то есть Алун не будет так просто поснайпить дело. Вот одно интересно, то есть как бы 4 человека команды в топе, а гаунтлет что-то без таверов пытается все в боте словить, хотя он там умер уже раза три. На топе пытаются подцепить Вайлдсову, есть ботл, есть стан, ульта, будут жестера. Залетает бегемот по троим с Portal Кейм, продолжение от Лостона по двоим. Dark Lady должна здесь всех забирать. Забирают тем временем Вайлдсова и бегемот под зеленкой уходит. Который игрок, кстати, уже собирает эту раннюю зеленку. Ну как раннюю, по айтемам. Ну, очередь. Сразу после ПК, да. Что-то знает в этой игре. Ну да. Все же опытом тоже берет. Слишком опытные команды там. Что с одной? Представители Дримхаков, GSL-ов, наверное. Очень не знаю. Залетают по гаунтлету опять на боте. После лейдов сразу он умирает. Эльки бы уже тэпаться, наверное, нужно было. Не знаю, чего она ждала. Firebrand носилки появляется. А Dark Lady, имея Frostburn, сейчас на Shrunken Head выходит. Имеет 600 ГПМ. Так-то 600 ГПМ, с учетом того, что, в принципе, в команде есть слон с какой-то инициацией, есть лотстон, гантели. То есть не, достаточно. Есть, даже да, под маленький станчик она, думаю, выдаст дэмэдж. На боте залетает силуэтка в слона, но так прохарасить, видимо. Вообще идеальная комбо, то есть если там вот стон хотя бы цепляет двоих ультой, и дэлька поэтому проезжает, это можно, в принципе, уносить сразу. Да. Ну тут желательно, скорее всего, силку нужно будет убивать, там геомонстр какой. Хотя тут какого героя не возьми, каждая тут, знаешь, что, да, просто минус главное сделать. Свои плюсы, то есть... А Луна, например, фул команда. А вот на топе Wild Soul сейчас будут цеплять. Есть замедление, не дает ему сделать Portal Key, залетает Dark Lady вместе с гаунтлетом и убивает его. Ну вообще как-то неаккуратно играют, то есть... Не знаю, далеко заходят. Типа пытаются сплитить и ошибаются. Хотя... Ну да, далеко очень заходят. Не, ну типа у медведя есть дагер, но не знаю... Есть... Бессмертие это ему не дает. Первые в доте хотя бы в деревья залезают. Попытался подцепить гаунтлет с геомансера. Но геомансер на Portal Key на реакцию ушел. Кстати, вот в идеале, наверное, медведю в случае такого сплитпуша просто молнию положить в бубу, а самой сидеть в кустах. Да и все, в принципе. Ну да, что-то типа как там за Афелию играть тоже. Самого героя стоять в кустах, ну, например, да. А крипами лайн толкать, пушить, фармить. В случае отдачи там мейн-героя будет обидно. А медведь 30 секунд пережить еще можно, да? Да. Да и Абиссал, я думаю, ему в мейн-герое тоже особо смысла нет. Хотя плоты не жмут еще. Можно не перекладывать.
Ой, я 50 серебра выиграл. А, тут походу прям победители по жизни заехали. То есть гуси в паре, как я. То есть, смекаешь уровень? Это да. Пацаны с района. Все свои. Банда. Все-таки неплохо вот. Держит ГПМ, то есть медведь. На топе въезжают в силуэтку, но это иллюзия, которая сразу свапается, нападает на гантлета. Прилетает силуэтка с сайленсом, сразу слон дабл. Медведь, что это просто дело хорошее. Минус 2. И строитель как бы отправляется на стройку. Да, кладбище строить. Сам себе его построил. Не, неплохо. Подфоловил слон. Да, слон хорошо очень с даггера подвоил. На самом деле, ты еще вот не понял, что, что да, этот, силка влетела, но граб не дернула за собой. Пошли в итоге чейзи чуть-чуть. И это дело сразу накрыли. Силка вот и сайленсом пролетела, поэтому она не дернула. Не, вначале вот как она только интересно. Ну, слон на боте влетает. Немножко рано взорвался, и геомансер ушел на первом скилле. Не получился ганг. Вот смотри, Сильки 40 секунд не было, в таверне сейчас 25, а на Рошана вот даже нету идей, собственно, пойти. Ну да, в принципе, с Dark Lady-то ШХ. Dark Lady, все, можно идти, уверенно. У них нету мейн-героя. Ну да, с гаунтлетом, с пассивкой. Плюс бегемот видели, как ульту отдал на топе. Чё б нет. Да и иллюзию Силку они, в принципе, видели на боте, что она бегала. Дима, сейчас пауза размышления. Чё будем делать в этой жизни? Наверное... Если бы учитывался бы мой голос, я бы что-то подумал насчет критов в ТЛ-ке. Вот прям так уверенно, вот просто взять и криты. Типа 700 ГПМ, бёрст идет, ВЭшка мутится, надо криты брать по-любому. Да не, криты это ж такой больше. Ну типа нет, сильный артефакт, но... Не, ну типа я понимаю, что это лакшери, но у нее сейчас 700 на 25, почему бы нет? Все, что сейчас ей надо, это у нее есть, то есть чуть-чуть там замедла. МС забученный за счет First Burn, то есть мана реген, фарм потенциал есть, БКБ есть, все. Что еще надо? Сейчас криты. Мне кажется, сейчас или обуссал ему лучше, и на что-то и дальше фармить, или не обуссал, а на шрауд сейчас накопить. У нее монет. Слишком быстрые тут деньги, ей нет смысла от этого буссала. Уже проще там слону разобрать черезку и сделать себе обуссал. Ну тогда я же говорю, я больше как-то за шрауд, чтоб да? В генжурку. Въезжают на бот по геомансеру, который в грибы юзнул, ультунь. Ульты у него в принципе нету, не может он ее нажать. И за счет плит даже не выживает. Dark Lady продолжает по геомансеру, въезжает. 4 удара и в нокаут. 400 голды в кэрри. Да, 3000 уже на ней. Аппорту 270 за оффлейнером. Ну я думаю, он будет какой-нибудь вингбол может покупать, собирать. Или все же вот Абиссал сейчас докупит. Типа базилка есть, тпшка. Слотов больше пока нет. Вайлдсо опять на топе, агрессирует, его сейчас слон найдет, и скорее всего это будет фраг. Да надо бы. Ну, я бы попробовал... Гаунтлет видит. Кстати, а что это? Прием. Отдача, господа. Ну, одна ладно, слон встреча. Тут, может, и не увидел. И Вуду. Господи. Да поставьте уже вард, хотя бы я не знаю. Какой рофл. Ну так да. Телька пришла к себе на иншее, там пусто оказалось. Хитрая силуэтка. На иншах слон до сих пор в инвизе закончился, он сразу вскрывает в последней секунде. Гаунтлет. Кукнул своего, сразу фиссура по двоим, пауэрсроу, забирают слона, будут продолжать по гаунтлету, скорее всего. Дель есть риталт в Дарклете. Отличный сайленс по двоим, сразу шранкен хэд, минус геомансер. А слышал убить бегемота? Забирают бегемота дальше, продолжает по вайлдсоу. Дэмэджа у нее должно хватить, там еще и курса веселает. Трипл килл для Дарклети. Неплохо. Бегемот сразу на возвратке врывается, это байбек от бегемота. Убивают они. Если Дейл убежит,
Это будет неоправданно. Ой, три грапл мисс, и Харкон приобретает Дарк Леди сейчас на все деньги. С разряда паунс в окно. Так я не понял, а почему Харкон, если ты сейчас, можно сказать, умрешь, и тебе нужен будет байбек? Силька. Ну. Вот мне это непонятно, то есть ты убегаешь, на все деньги купил и там. Ну да, то есть это как-то вообще сомнительно. Ну, кстати, там две зеленки, или сколько? А, одна только. Одна на бегемота. Это он все время там, получается, бил бегемота, а не геомансера. Ну как, он сделал, в принципе, два удара по геомансеру и там два по бегемоту в зеленку. То есть у него было больше шансов просто через сплэш убить его. Такой отличный вард от Гены на боте стоит. Лайнвард. Въехали по силуэтке, забрал ДД слон на нее. И она, в принципе, на ХГ вылетела. Ну ее там видят. Она это тоже понимала, видела на варде. Да и линки нету. Что? И линки не было, кто-то сбил и линку. Да. Все, даже сейчас, смотри, еще 3 секунды, когда. Может, ДЛ-ка... ДЛ-ка, наверное, вторым больше, ни у кого такого маленького кулдауна, наверное, тут нету. Не, Вуду ну, первый скилл подольше кулдаун. В это время он кидает палки на Кангора, чекает. Ну, то есть, ну, очевидно, ну, блин, его уже можно было забрать. По-моему, дежавю какой-то, я где-то это уже видел. Что-то тут с паузой произошло. Ну, типа, они опять нажали инстапаузу и отжали. Ну, так-то, типа, инстапауза просто когда тикает 5 секунд. Ой, ну, типа, ставится, а потом... Сразу может кто-то отойти, в принципе, в команде. Пытаются лететь по гаунтлету, немножко промазывает. Бегемот продолжает фессурой по двоим. Тем временем... ДД, я, наверное, на ее месте добивал бы Кангора. Дарк Леди залетает в бегемота, забирает бегемота, который, в принципе, все уже выдал. А нет, ты у него ничего не выдавал. Я не пойму, почему Глюшка не активирует Харкон? А, просто не показывает, что активирован. А, наверное. В спектр моде. Забирает иллюзию силуэтки, продолжает по Wild Soul, сразу отъезжает Wild Soul. Зовите Гринпис, медведя убили. Продолжение по... О, если бы Сайленс был, сейчас бы нормально въехало. Убивает он Геомансера с трех ударов. Ох, хорошо. Сейчас бы был третий, скорее всего. А Лунка застанила Гаунтлета от крипов тем временем, и, скорее всего, Гаунтлет будет умирать. На SDC. О, просёк, как отмазать надо. Тут что-то баги какие-то, тут не работает. DC, тут да? Как бы DC понимается у нас. А баги это забить. Где не это ясно, что отмазка сразу. Кстати, Dark Lady байбэкнулась. И на Кангора. Но это кэтсы видели. Да ДЛ-ка могла еще до драки убивать его. Она с ДД просто вышла. Господи, да затанчишь ты, пожалуйста. Посмотри. Забирают Кангора, токен. Как-то на него типа шел медведь, а он испугался, убежал с дабл дэмэджем из логова. Пробегал и отпустил. Ну так вот, сейчас если еще Дарк Леди силуэтку сможет наказать. Хотя тут уже ТПшка на бот от Алунки идет. Сейчас надо, даже не знаю, может... Даже такие мысли... Разобрать Сашу Яшу, взять себе какой-то скади. Просто чтобы никто не убегал от нее. Ну то есть БФ я хотел бы видеть, чтобы продавался до Эльки. Не, БФ я думаю нужен. Маскевчик кого-то, Сашу Яшу. Не, да в принципе она может просто копить. Байбек есть и токен пока что. Байбек провела у вас слот. Тоже как вариант. На миде цепляют Дарк Леди, Фиссура, стан Геомансера через ПК. Она прожимает ранкинг хэд, врывается. Да господи. Что они делают? Ну могли же хотя бы подраться. Так Дарк Леди в соло сейчас под ШХ забрала Геомансера. Ну да. А Гаунтлет ее хуканул, потом не ультанул. А Лодстон сзади сам разорвал ульту. Заблочился в крипах, заблочил Дарк Леди, и они отошли. Звучит еще смешнее, чем выглядело. Зиамбит, что будто ничего не произошло. Да. Кстати, забыл я еще такую вещь о том, что сейчас ЦСКА уже 6 секунды, можно его будет перепродать. В принципе, даже сейчас, наверное, чё-то нет. То есть пока есть щит, 3 минуты, это деньги.
Ты продаешь, получаешь половину стоимости. В сумме только у него останется 4,5, там еще 600 голды будет. Да мне кажется, рановато еще. Типа там, скорее всего, если инициация, то она от гиаманта или бегемота в основном стан. И она, если зайдет, то сразу в замесе. Просто это даст 10-секундный сказ пойти. Или же медведя. Не знаю, но сейчас просто что-то на миде тут бегемота почему не ехали. Человека на работе тем временем немножко наглостью занимается. Ну да. Сплетит Т3. И 40 хп остается вот от Т3. Я бы, наверное, динайл ее, вот в случае, играя против силуэтки. Да не, лучше, наверное, поставить вардец какой-нибудь и подождать ее. Через секунд 40, так как ульта примерно. Ну да, типа она придет. А. Просто там можно через иллюзии просто взять, например, тот же дагер, нажать геву и свапнуться обратно. Ну, типа заранее, я имею в виду, там подловить, попытаться. С силуэткой все же, с Dark Lady, с Silence все же не так сложно. А, типа в грибе стоять заранее. Она вообще-то блинкнется прям под ней. Сейчас вот так сижу и, в принципе, понимаю то, что эта зеленка на бегемоте имеет такой как фактор собрать харкон, который, в принципе, может похоронить. Вот стонка стоит ульту на боте на силуэтку, видит стана слона, сразу ульта. Есть дальше продолжение по стану. Чтобы подполовить касочка. Ой, отлично, банки вылетели из иллюзии геометра. Ну, полторы минуты, надо действовать. Как минимум, типа, бот, что ли, два таура и лимит эти Т2. А вот еще бы... Блюшки бы отключать харкон, когда он просто гриппа убьет. Мана-то не бесконечно. Хотя реген позволяет, наверное. Ну я бы, наверное, сейчас бы действовал вообще не замедлительно. Так-то в Т3 можно дойти, там 50 секунд не просил. А посмотри, а у Сильки-то она бабочку купила? Предсмертную, походу. Не, у нее все равно 800 монет было. Она последнюю часть купила. А... Так можно? Что? О, Dark Lady через фиссуру пролетела. Ну да. Насквозь. Это блюшку успокоится. Так-то барак забирает, на топе тем временем Вайлдсо агрессирует в Вуду, который дайвит. Ну, как бы сейвить надо ДЛ. А Dark Lady тем временем на миде отдала токен, барак так и не забрали. Мог просто развернуться и убить этого бегемота, который сзади накалял им все. Забирает барак Dark Lady. Смотри, забирают бегемота, на топе тем временем цепляют Wild Soul, до сих пор с ним дерутся. Есть ульта от Лостона, которая кастуется банки. Ну, это похорон. Отличная ульта от Лостона, по двоим сразу ульт и курса срабатывает. Тихо вовремя, подтаймили. Да. Ну, собственно, по итогу минус милишний ракс. И все свои лайны засейвили, да. Да. Ой, силуэтка отлично. Точнее, Dark Lady напала на силуэтку. Но вот сейчас бы отойти. Это было, кстати, Шиха на... нажать на реакцию. Решающая смерть. Ну так сейчас, да, кэтсы немножко подпросели. Ну, в той тоже просели. Потом перевернули. Как говорится, это популярная же фраза, на аутизме оппонента. Надеюсь, такую же игру точно не отпустят. Ну не должны, да, по крайней мере, вроде хорошо идёт. Барьеру 800 ГПМ приближается. И, кстати, если мне не показалось, то едет Савашка до Эльки. О, нет, она штука покупала от предсмертной. Какая Савашка? Дельки едет Савашка. А, Дельки, я думал Силки. Не-не-не. Ну, так-то... Хорошо. Чё бы нет. Да. Против Вингбоу как раз. Чё бы на 36-й фулл с латыни одеться, конечно, хорошо. Так-то 760 ГПМ, да? Не должны довольно отпустить. Довольно-таки неплохо, да. Средненько играет, средненько. Неплохо, да, так. Но лучше. Поменьше пошибаться. На самом деле ему в файте бы не теряться, то есть он мог вот на бараках тогда просто развернуться в бегемота, да и все. А он зачем-то дайвил Луну, которая была дежавю. Слон иллюзию силуэтки находят, силуэтка тем временем на боте сама стоит. А ну я бы на самом деле им просто бы подбайтил на это. Ребят, дети малые. Еще БКБ нажмите, чушь. Ну вот Т1 на боте тогда сейчас пойдет. Да.
Че себе, на опыте смотри, что делает. Ищет сил. Так мне интересно, он знал то, что она там была? Так нет, Вижена же не было вообще. На 40-й падает, да. Ну, а на топе пытаются Кэтс сплитить. Что, я не просёк эту тему. Блюшки сейчас травела летят? Нет, я думаю, у него денег. А, хотя, может. Да, травела. Господи, пимпы босс-мажоры. Залетает лустон на топе, есть стан, продолжение слона. Влетает Харкон, Харкон, 3 секунды, просто 3 удара. 1 секунда умирает. Слона так и не могут добить. Надо продолжать. Сколько до блинка? 1 секунда до смерти. Отлично цепляет гаунтлет, убивает Алуну. Дальше продолжение от Геомансера. Есть стан по двоим. Отличный просто стан от Лостона, который блокирует инициацию. Это минус 4 уже в исполнении Ата. Продолжение за силуэткой. Она свапается на топ. Нужно убить иллюзию силки. Убивает. И, в принципе, силуэтку можно тогда отпустить. Или уже не идти не всем вместе. Иначе она сейчас еще на развороте убьет кого-то. Ну да. Кстати, слон, смотри, 3600, он, видимо, хотел в СХ выходить. Сейчас это драка. Да, ШХ. Ничего не поменял. И на Дарк Леди перекупила ШХ. Правильно. Я бы просто планировал, может быть, какое-то... Точнее, какие-то ветра, потому что сейчас Делька довольно-таки долго стояла в ХФ под ультой Гео. То есть, не знаю, но если вот видишь в команде оппонента ХФ, тут по-любому надо ветра. То есть потенциально твой Кири не сможет поражать БКБ 4,5 секунды. Так, чё уж про БКБ он вообще ничего не сможет поражать. Ну, если, в принципе, файт все благополучно начнется для Хеллборна, они его, я думаю, должны с 10-секундным новым Шранкином быстро закончить. Прямо если так уж. Ну, в принципе, да. Тель сейчас показала, за сколько медведей складывают. Там 3 удара просто. Но это все после ульты Лостона. А, нет, ульты Лостона не было. Нет, это все без ульты. Да, просто без ульты. Вставали, это все просто под, на Харконе, так сказать. Этим, ну, нужно побыстрее тогда, если они хотят по боту идти. Потому что кэтсы уже сдвинулись на топе. Ну, непонятно, почему силка не продолжает бот напрягать. Там, где просто раксы стоят, голые. Ну, тоже, да, такое. Барак тоже будет попроще, наверное, снести. Тот, хотя принжовый просто. Ну да. Через мантишку попробовать. Ой, на миде геомансера увидели, но не успели его подцепить. Сразу ТП-шку на базу. Глиф. Свап, но снова иллюзию надо забрать. А лун кто-то ТП-шился. Кангор? А, вот и он, собственно. Интересно, где деньги буду вообще? Банки. В случае чего есть заветный номер, откуда берут миллион. Это да. Кстати, на гаунт-то приобретают. А, ну все, да, на лутстоне есть ветра, собственно. И что-то дают гаунтлету. До керасы еще, наверное, 900 монет, если у него нет чейнмейла. Сейчас Dark Lady, возможно, встретится с силуэткой. Мне кажется, это будет последняя встреча в жизни силуэтки. Кстати. Кстати. Ну... А без иллюзии силька? А на боте тем временем подцепили воду, но ладно, небольшая потеря. Деньги. Ну как, 70 секунд. 17 левел все-таки. Мне как неприятно терять. Бегемот, на боте сейчас будет бежать по двоим. Нет. Испугались чего-то. Силка на топе так и продолжает сплитить. Сейчас бы ее наказать вот без геометра. Сейчас геометр вовремя откатится.
На боте тем временем гаунтлета выбили токен. Или нет? Да, выбили. Да, и... Ой, задолжил ульту. Влетает сюда гаунтлет, сразу хук, стан. Шранку бы сейчас прожать, Дарк Леди. Но она не может, она в хп. Ветров нету просто. Сразу прожала шранку, продолжает по вайл солу. Убивает так-то двоих, дальше продолжение от Лустона. Нужно силки ждать сайленса и въезжать. Да, и да, сайленс. 5 секунд в Дарк Лиде попал. Мы видели это, коты. Отлично, гаунтлет вообще хуком. Просто опытом взял. Просто человек с интернешнала. Да. Знает, когда нужно врываться. Ну, выкупы есть. Еще два выкупа, кстати, на аутсоуле и силки. Сейчас слона подождала бы с абусалом, а ну все, типа, чтобы отхилиться немножко. Ну а та опыт вообще, по-моему, по дням и по часам набирают. Еще буквально недавно. Силка байбек. Дали 2 по 15, да не умножи. Хардкарп, так сказать, давали. И силка на топ тэпнулась вместе с иллюзией, сплитит, типа. Такое, знаешь. В таких случаях, наверное, лучше оставлять иллюзию на топ. Отличный стан от Алуны через крипов. По Вайл Солу. Силуэтки до сих пор нету Шранкина. Залетает она на Йолу в бегемота, забирает бегемота. Забирает дальше силуэт, отличный стан. Продолжение по Гемонстеру, сразу сайленс дала ему. Продолжение по Алуне, и это... Геноцид. Господи, это я не знаю, титановые яйца плюшки. Консид от команды Кэтс. И это 1-1. Шарами задавил. Да, ГГшка, ничего не сказать. Да, отлично отыграли, все сделали. Дарк Леди затащила. Соляру. Да, привет хочешь кому-то передать? Да не. Ну тогда. Пока нет. Что все, ожидайте, может будет следующая игра, может нет. Четвертый сезон Хонтур представляет «Аватары Парагон». Собери полную коллекцию аватаров и получи эксклюзивные бонусы. Покупай «Аватары Парагон» и увеличивай призовой фонд турнира. Угадывай результаты матчей и выигрывай ценные призы. Делай ставки на тур Хонт-Гарена.ру.